В Тверской области первая половина сентября выдалась теплее нормы в некоторые дни аж на 4 градуса. Яркое солнце, погожие дни не могут не радовать тверичан, которых ушедшее лето такими подарками редко баловало. Но надолго ли солнце задержится над Верхневолжьем и пора ли доставать теплую одежду, выяснила наша съемочная группа. Невозможно не заметить после дождливого лета, а точнее первых двух его месяцев, как изменилась погода в Тверской области. С августа месяца установились солнечные деньки, преимущественно без дождей, сильного ветра и холодов. Дневные температуры почти летние. Все дни у нас выше нормы среднесуточной температуры. От 1 до 3-4 градусов, то есть в зависимости от дня. Виной всему антициклон или зона повышенного давления. Да, временами проходят какие-то дожди, то есть атмосферные фронты, но все равно вот зона повышенного давления обширная, которая распространяется и у Земли, и на высоте. Если августовское тепло еще можно оправдать, все-таки хоть и последний, но все же месяц лета. А вот сентябрь начал удивляться с первых дней. Бабье лето в этом году в Верхневолжье задержалось надолго. Более двух недель жители Тверской области радуются погожим денькам. Да и, собственно, листья на городских деревьях, как отметили жители Твери, не собираются в ближайшее время опадать. Но так ли это на самом деле? Надолго ли такая погода задержалась у нас? Как говорят синоптики, бабье лето пока не торопится покидать Верхневолжье. По крайней мере, до конца месяца кардинальных перемен в погоде не ждут. Но дожди к нам ненадолго все-таки заглянут. До выходных, до воскресенья мы ожидаем великолепную погоду. Теплую, солнечную погоду. Температура в ночные часы, основной фон, это где-то 8-13 градусов тепла. В дневные часы, даже страшно сказать, но и 20-25 градусов не исключены. Суббота – великолепный день. В воскресенье будет проходить атмосферный фронт. А это значит, что в регион придут дожди и незначительно похолодает. Первыми волну прохлады примут западные районы области. Дожди возможны также временами и в понедельник. Такая погода, по предварительным прогнозам, продержится до вторника среды, а затем вновь распогодится. И бабье лето продолжится. Но вот насколько синоптики от долгосрочных прогнозов воздерживаются. Но предполагают, что конец сентября и даже начало октября также будут радовать жителей региона погожими днями.